27 УС! Да? Обалдеть, я офигеть! 37 УС! Да, ну у него... 88 ПВГ. Да, есть такое. В БО, кстати, у него 85 ПВГ, 4,3 КДА. Ошалеть! Я считаю, что в этом видео мы с пруфами доказали, что мы можем, делаем, работаем. Каждодневный труд лучше каждодневных сплетен. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваска. Сегодня будет необычное видео. Сегодня мы вместе с Аней оценим участников ее гильдии. Но, как я уже сказал, это будет необычное видео, потому что сегодня мы будем оценивать не сеты, а статистику игроков гильдии Вальгалла. Привет, Ванечка. Привет, ребята. Так сказать, на радость сагильдейцам, на злобу хейтерам, покажем, кто мы такие и чего мы достойны. Вот, ну что, Вань, давай начнем. Приступаем, да, всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали. Также в этом видео будет небольшой бонус от Ани. Топ-3 участника ее гильдии с самыми большими статистиками получат от нее алмазы. За первое место 300 алмазов, за второе место и 200 алмазов, и за третье место 100 алмазов. Итак, первый, кого мы посмотрим, получается Фундук. У него ОСка, да. Так, у него ОСка получается 19 ОС и 77% попадания в голову. Это очень хорошая статистика. Так, получается, следующий игрок это Соколова. Вот такой вот сетик. Это девочка, да? Да, это девочка, это... Это ранговый игрок или рейтинг? Это УС-очка. 12,98 УС и 60 ПВГ. Для девочки это очень шикарная статистика. Да, как раз у нас для девочек статистика от 12 УС идет. Угу. Следующий это Ибра. Иброчка, тоже ОС-ка, очень скилловый. Кстати, у него 41 тысяча лайков. Угу. Офигеть. Так, у него 13,25 ОС и 73 ПВГ. Это очень хорошая статистика, очень хорошие игровые показатели. Согласили, да. Человек хороший. И человек он тоже хороший. Мы же, по-моему, с ним играли, если я не ошибаюсь. Много раз. Да, хороший человек. Дальше Тимпл или... Тимпл. Угу. Так, вот такой вот игрок. У него, как я понимаю, тоже статистика в рейтинге, да? Ага. Так, 20 УС! Офигеть! 20 ОС, 78 ПВГ. У него 78 ПВГ на 3653 кила. Это обалдеть, какая хорошая статистика. Это очень здорово, но у нас есть еще и побольше. Да ладно. Офигеть. Не зря вы самая скилловая гильдия СНГ, получается. Самая скилловая и активная. А, кстати, что у вас по активу? Если я не ошибаюсь, у вас там есть какие-то таблички, где вы считаете, сколько определенный игрок в день набивает очков славы. Да, Ванечка, мы каждый день в 3:55 утра просыпаемся, делаем скрины всех участников с двух гильдий. И потом высчитываем их ОС за 24 часа, ну, то есть очки славы. Вот. И поэтому нам удается держать какой-то бешеный актив. И как мы и договорились, я тебе потом скину скрины наши за всю неделю. Можно, да. Я хотел, чтобы это вставили сейчас, но давай это покажем в конце видео, чтобы зрителям было интересно посмотреть до конца. Следующий у нас Водочка. Угу. Давай посмотрим на его статистику. Так, 4200 киллов, 18 УС и 59 ПВГ. Очень хорошие показатели. Великолепный игрок.
Да, у многих есть и ВО, как нам нужно 3-3 КДА, но это уже будет слишком долго, чтобы показывать и то, и рассказывать. Полностью согласен, поэтому в этом видео идем чисто по рейтингу, показываем все статистики в рейтинге. Да, только кроме одного мальчика, который апается исключительно на ПК, и поэтому у него есть только КДА. Угу. Так, следующий это Нерзул или Нерзул. Как Пульчик там правильно? Раз. Угу. Так, смотрим его статистику. Получается 14 ОС, 88 ПВГ на 2338 киллов, между прочим. Да. Офигенная статистика. Следующий злой. Как я понимаю, это новый игрок, только да? Сегодня приняли его, да. Он был с нашей академки, ждал 3 недели. И, наконец-таки, освободилось место. А, ну, вот. Получается, это уже... Это только новый игрок в основе, а в академке он уже просидел довольно-таки долгое время. Уже месяца 3, наверное, сидел, да. Ого, 60 тысяч киллов за все время в рейтинге, вот это да. Угу. Так, 20 ОС, 63 ПВГ на 4000 киллов. Обалденная статистика, прям шикарно все. Дальше смотрим Чудо 34. Да, у Чуда тоже ОС, но он подслил до 13.97, мне кажется. Но мы дали да. ему шанс. Как ты так все помнишь? Я помню все про каждого своего игрока. 13.97 ОС и 68 ПВГ. Ну, у него всего 147 игр сыграно. Я думаю, что до конца сезона он 18 ОС заделает вообще спокойно. А может быть, да, все даже и больше. Получится. Угу. Так, следующий игрок Ковалев. Это брат Жасминчика нашего. Угу. Вот такие вот тайны у нас раскрываются. То есть, получается, он в игре по-родственному сидит, да? По-родственным связям, да. Да, как почему бы и нет? Статистику его посмотрим или... Или по-моему, опустим? По-моему, у него 5 или 6 ОС. Ну это и не важно, да. Потому что мы уже посмотрели вон сколько игроков, да, и у них ОСки 15+, там у кого-то даже и 20 было. Ну, по всей гильдии у нас будет 20+. Угу. Я уже чекала всех. Следующий так, игрок это Квитом. Да, ОСка. Так, отлично. Давай посмотрим. У него, кстати, 42 тысячи киллов за все время. 23 УС — это пока самый максимальный показатель в гильдии. И 84 ПВГ на 3000 киллов. Обалдеть. Ага. Шикарно. Следующий — дед. Дед. Ага. Дедушка. Тоже так. УС-ка и тоже земля. 6200 киллов. Вроде бы никто больше пока не делал из вашей гильдии, если я не ошибаюсь. Но я могу ошибаться. 15 ОС, 58 ПВГ. Ну, исходя из того, что 6000 киллов, 58 ПВГ, это отличнейший показатель. Да, и прошу заметить то, что у нас в гильдии 50+ ПВГ, так что... Всё это подходит. Средняя стата 50+ ПВГ на всю гильдию, это шикарно, это великолепно. Угу. Не, вообще на всю гильдию у нас 60+. Но есть и 70, и 80, и даже 90 чем-то ПВГ. Ого. Зеро. Да. Женский сетик, это мальчик, да? Или, это или девочка? Мальчик. Это мальчик. Мужик. 4800 киллов. 16 ОС и 55 ПВГ. Ну, опять же, на 4800 киллов это шикарная ПВГ. И ОСка тоже великолепная. Коноплюшка, это, сразу говорю, это мой друг, он олд моей гильдии. Он сидит в гильдии уже очень много, даже сказала бы, лет. Ну, исходя из того, что у него 79 тысяч очков славы, то я осмелюсь предположить, что он сидит, ну, года два в гильдии, может быть, полтора. Примерно 2 года. Примерно 2 года. Вот такой вот замечательный
игрок Иолта гильдии у нас присутствует. Дальше он не мажор. Он активно набивает статистику, но просто по дружбе. Так но же, играет как он хорошо. А мажора, кстати, мы с ним один раз попадались в рейтинге, по-моему, в том сезоне. Мы упали даже с ним на одну и ту же локацию, и пока я бегал со шотным соперником, он успел заделать минус 4, пока я бегал за одним игроком. Он очень неплохо играет, но так как он не часто бывает в сети, не так активно набивает статистику, то я думаю, что можно его пропустить. Получается, на данный момент у нас не подходящий по статистике только 3 человека из гильдии, которые мои друзья или родственники являются. Вот так вот. Идем дальше. Тим. Вот такой вот у него необычный сны сетик, чисто фулл сетартовый. У него 14 ОС и 76 ПВГ, ну и всего лишь 1000 киллов, но так как статистика у него изначально хорошая, я думаю, к концу сезона она у него еще вырастет. Да, а еще он турнирный игрок. А, это турнирный у вас, вообще замечательно. А у вас же есть, если я не ошибаюсь, квешная команда? Да, которые я только команда, КВшки играют. В академке, потому что КВшники, они играют очень много КВ, и из-за этого я им разрешаю не набивать ОС, но только в академке, вот так скажем. Ну вот такие вот замечательные правила в этой замечательной гильдии. Идем дальше. Вот, а как так. У него правильно читается ник? Сайкес? Не Сукес, Сайкес. Сайкес. А, у него даже в сетатусе и написано. Так, у него 15.95 ОС и 52 ПВГ на 1300 киллов. Это тоже хорошие показатели. Опять же, 188 каток, 107 побед. То есть, опять же, к концу сезона статистика еще больше вырастет. Конечно. Следующий у нас Черва. Черва же, да? А у меня Алекс. Ага, ну давай Алекса или Черву. Да, посмотрим. Давай Черву. Давай Черву. Так, это Черва, девочка, да? Отличная девочка, да, с прекрасным скиллом. 18 УС и 60 ПВГ да? Для девочки, это капец какая стата. Это прям отличная стата, даже не все молодые люди столько набивают. Это же насколько хорошо нужно девочке играть, чтобы иметь 18 УС. Я в шоке. И если с ней прыгать на любую локацию, то ты выживешь. Надо будет, чтобы она меня на клоке как-нибудь сопасла, потому что я на клоке, да, всегда получаю юлюлей. Просто всегда. Она спасет. Ага, следующий Алекс. Да. 40 ОС, как я понимаю, он вступил к вам в гильдию недавно, да? Он вступил к нам вчера, ну нет, утром. Он перешел из другой гильдии, и так как у него были уже там набиты очки славы в другой гильдии, здесь он смог набить только столько, сколько не смог набить там. Понятно. У него 18 ОС и 63 ПВГ на 2700 киллов, что очень-очень хороший показатель. Очень хорошая. Прям великолепная статистика. Следующая это Вика. Как я понимаю, это девочка. Это девочка, Викуська. Викуська. Давайте посмотрим ее статистику. У нее 14 ОС и 51 ПВГ. Ну, практически 52. Это нормально. Это для вообще девочки, шикарная стата. Великолепно. Следующий это Робс. 10 000 очков славы. Как я понимаю, это тоже олд гильдии, да? Он у нас олд, и он мой офиг. Вообще незаменимый человек. 27 УС!
Да. Обалдеть, я очень редко, когда вижу эску больше 15, а тут уже было 3 игрока, если я не ошибаюсь, кто имеет больше 20 УС в гильдии. Дальше больше. 60 ПВГ, я в шоке. Дальше, тут интересное прозвище стоит. Надо посмотреть, что за ник у него. Это Тима 57 Pro. Тима 87 Тимка. Pro. Да. Тима 87, так у него и есть. Да. 22 ОС, 56 ПВГ на 1000 киллов. Но, опять же, не всегда получается очень хорошо качать ПВГ из-за того, что очень много рейтинговых игроков играют с авапы или барата. И именно у аваперов небольшая ПВГ, но опять же она практически всегда больше 50, что тоже шикарные показатели. Согласились. Ну, как говорится, все в пределах наших требований. Я считаю, что никому не прикопаться, так скажем. Да, я полностью согласен. Дальше у нас идет why. Типа, почему? Да. Так, ну, да. У него 26 ОС. Обалдеть. Угу. И 53 ПВГ. Капец, да, как же нужно играть, чтобы иметь такую статистику. Я в шоке. 26 ОС. Так, следующий Стив. Я вижу у него первый пропуск. Это прямо олд игры. Да, он олд. И он еще наш турнирник. 42 тысячи киллов. Я в шоке. 14 ОС, 57 ПВГ. На 2000 киллов это замечательная статистика. Да, очень хорошо. Идем дальше. СК. Тем более, что он, знаешь, в основном играет эти турики, и у него нет особо много времени, чтобы заниматься. Просто поиграть в рейтинг, дары, там и расслабиться, успокоиться, отдохнуть. Да. Следующий игрок — это Эска. Это девочка, да? Нет, Эска — это мальчик. Это мальчик. Давайте посмотрим статистику. SQA он просит, чтобы его называли. SQA, хорошо. Так, у него всего лишь 574 килла, но на 574 килла 17 ОС и 48 ПВГ. Угу. Вот такой вот замечательный игрок. Следующий псих, если я не ошибаюсь. Псих, угу. Так, у него почти 2000 киллов, 21 ОС и 41 ПВГ. Великолепная статистика, я считаю. Очень даже неплохо. Дальше Франция. Угу. Кстати, сетик у него просто бомбовый. Так, у него 20 ОС и 67 ПВГ. Великолепно. На 1000 киллов. И, кстати, 150 каток, 96 побед. Это великолепно. Да, очень хорошо. Дальше красавчик. Ну, красавчик, у красавчика должна быть красивая статистика. Ага, да. У него тоже 1991 килл, 15 ОС и 91 ПВГ. Обалдеть. В натуре красавчик. Я за всю свою жизнь, а это же не ПКшник, это телефончик. Нет, это не ПК, это телефончик. Я за всю свою жизнь, за всю свою игру на 2000 киллов 90 плюс ПВГ видел только у 5 игроков. И это получается 6-й. Вот. Я в а шоке. А еще он забрасывал, он у нас был полгода назад, потом забросил игру. И вот 2 месяца назад он вернулся триумфально. Ну, 91 ПВГ это просто шикарнейший показатель. Да, и сразу написал мне, когда вернулся. Ну и правильно, потому что красавчику самая лучшая гильдия нужна. Ну я ему сказала, у него было 10 ПВГ, я ему сказала, поднимай до 14. А он взял и заделал 91. Да. Так, следующий это Ласка. Ласка, тоже Лесочка.
Так, давай посмотрим. У него 3000 киллов, 1487 ОС и 73 ПВГ. Вот когда такое большое и ОС, и ПВГ, это прям замечательно. Образно у него каждая вторая каточка идет на победу, и в каждой катке больше 7 киллов он делает. Вообще замечательно. А максимально киллов 23 за все время было. Великолепно. Следующий Мортед. Кстати, Мортед, это олд игры, у него королевская бандана есть. Замечательно. Да, это мальчик или девочка? Это мальчик. И, кстати, 47 тысяч лайков и 84 уровень. 63 тысячи киллов. В общем, 22 ОС, 80 ПВГ. Я в шоке. Где ты берешь таких игроков? Они сами приходят. У нас еще в очереди 21 человек. Да ладно. Да, к вам даже в очередь становится, чтобы в гильдию попасть? Да, да. И ты знаешь, еще такая история есть. Они пока стоят в очереди. Некоторые умудряются заходить в другие гильдии. А потом я даже могу скинуть тебе. Они пишут: пожалуйста, заберите меня обратно. Понятненько. Следующий — это Димора. Так, давай посмотрим на... У него офигенная статистика. 3127 ОС, 83 ПВГ. Ну, пока что, вроде как, это лучшая статистика, которую мы видели именно по ОС-ке и ПВГ. Потому что отдельно была высокая ОС-ка и отдельно высокие ПВГ. А тут 27 ОС и 83 ПВГ. Да, у нас там есть такой парень, Винзер. Ну, до него мы еще дойдем. Да. Так, следующий — Янчик. Янчик. Это мальчик или девочка? Угу. Мальчик, пацанчик, парень. Мужик. 20 ОС, 65 ПВГ на 1800 киллов. Замечательно. Отлично. Отличная статистика. Дальше Вильям. Вильям. Это вообще прекрасный парень. Он по возрасту где-то плюс-минус как и я. Мне, кстати, недавно исполнилось 27 лет. Также вот хочу для завистников, кто говорит: вот разменял третий десяток. О, божечки. А вот он мой ровесник, и нам всегда приятно играть с ним вместе, поболтать о том, о сём, иногда даже о политике. В общем, приятный, умный парень. И начитанный. Ну, с такими людьми всегда приятно вести беседу. И, да, кстати, пока ты все это рассказывала, я был в шоке с того, что у него 50 тысяч лайков. Даже не у всех ютуберов столько есть. 27 ОС и 65 ПВГ. Замечательнейшая статистика. И, кстати, опять же, я могу предугадать многие комментарии по типу: да невозможно набить там 15 ОС в игре. Вот, фулл гильдия, 50 человек. Ну, 47. У всех статистика больше 15 ОС. У кого-то даже и 20, и 27. Спокойно они все это набивают. Хейтеры скажут: фотожоп. Или шиномонтаж. Шиномонтаж, да. Ой, нет, ребят. Дальше. Это кто у нас? Легенда. Ой, легенда Ван Лав. 15 ОС, 51 ПВГ. Да, он всегда сейвит, поднимает. Идеальный тиммейт, одним словом. Идеальный. Он, знаешь, он даже иногда со мной прыгает куда-нибудь там подальше. Мы залутаемся, всех поднимем, кто пошел в самое пекло. Знаешь, и потом уже залутанные продолжаем игру. В общем, кайф с ним. В общем, вот такой вот замечательный тиммейт. Поэтому, если вы хотите поиграть с таким замечательным тиммейтом, то вот его ID, кидайте заявки, говорите ему, что вы слышали о нем на ютубе, может быть, он с вами и поиграет. Кто знает. Может быть. Дальше — Тень.
Тень, это Юпитер. Это мой бывший офик. С Юпитером мы играли. Я был в шоке с того, насколько сильно он и раздавал. Там у него было по 15 скиллов чуть ли не каждую каточку. Там от 10 до 15 точно. У него... забрасывал игру и обратно вернулся сейчас. И первым делом пошел обратно в нашу гильдию. Да, и статистика у него тоже замечательная. 16 ОС и 63 ПВГ. Великолепно. Да. Дальше. Мухаммад. Посмотрим на его статистику. Мухаммед — это, кстати, родной брат Иброчки нашего. Ого! Играли. Да, то есть да, у вас целая династия в игре. На семейство. Так, у него 14 ОС и 65, ну, почти 66 ПВГ на 2223 килла. Великолепно. Следующий у нас Украина. Украинец. Украинец. Вижу. Прекрасный мальчик, уже давно с нами. Скилловый. Ну, 23 ОС и 61 ПВГ на 4750 киллов. Вообще великолепно. Супер. Дальше, ну, говорю, Маршал. Чуть-чуть они иногда подсливают, но потом я говорю, что нужно поднимать до 14, и все сразу становится на место. Да, то та-та будет заделано. 16 ОС — это у нас Маршал, 16 ОС — и 53 ПВГ, замечательно. Угу. Кстати, вроде бы ни одного игрока с ПВГ ниже 50 мы не видели за это видео. Не у всех больше. 50 плюс. Угу. Ранзо. Так, посмотрим на его статистику. 7000 киллов, кстати, 20 ОС и 53 ПВГ. На такое большое количество киллов, я бы даже сказал, огромное. Это шикарная статистика. Согласились. Следующий Водолей, если я не ошибаюсь. Да, Водолей, и у него приставка VLL, это приставка туриковская наша. А, турнирная. Кстати, да. Уже третий игрок с такой приставочкой за сегодняшнее видео. Да, 17 ОС, 83 ПВГ. Ну, это понятно, угу. Потому что турниры обычно играются с оружиями без скинов, и там нужно уже оттягивать, а не просто сжать в пузо и надеяться то, что из-за скина ты пережмешь соперника. Поэтому... Они, кстати, все, когда со мной играют на КБшке, просто по карте бегают, они тоже бегают без скинов. А, ну они тренируются и привыкают, да, все верно. Да. Следующий Айрон. Вот. Ирон, кстати. А, Ирон? И это его национальность. Впервые слышу. Офигеть! 37 ОС. Да, 88 ПВГ. Да, есть такое. Но он еще и офигенно играет в КБ. Ранг? А, КБ? В БО, кстати, у него 85 ПВГ, 4,3 КДА. Ошалеть! Опять же хейтеры скажут, что это фотожоп. Ля, 85 ПВГ в ранге и 88 и 37 УС в рейтинге. Я в шоке. Офигеть. Опять же скажут фотожоп. Шиномонтаж. Шиномонтаж. Натрикс у нас следующий на обзоре. Опять же, следующий игрок в шиномонтажке, да? 20 ОС и 50 ПВГ. Великолепная стата на 2500 киллов. Да. Следующий Индра. Индрочка наша, да. Так, с у него посмотрим. 20 ОС и 42 ПВГ. Подслил чуть-чуть. Негодяй, надо будет ему это все возвращать. Девочку он сошелся. А, тогда понятно. Это девочке точно. Отдает все киллы, угу. А сам просто играет в кайф. Все трутит, понятно. Угу. Следующая Фурия. Это девочка, да? Ну, Индра Лав Яна. Вот он с Яной сошелся. Индра... Вот она ему это ПВГшку-то
А-а-а, я вот сердечко я не увидел. Все понятно. Любови. Понятненько. Следующая Фурия, это девочка, да? Нет, Фурия это мальчик. А, Фурия это мальчик. Просто по женскому сету я подумал на минутку, что это девочка. Кстати, Фурия недавно женился. А, ну тогда понятно. У него статистика 17 HOS, 34 PVG. Но у него семья, ребенок уже, скорее всего, либо есть, либо будет. Поэтому я думаю, что ему простительно. Он женился 2 недели назад, короче, и заходит чисто, чтобы набить очки славы в классику. Вот такие вот дела. И он очень не хочет нас покидать. Понятно. Ну, мои поздравления этому замечательному человеку с тем, что он женился. Я очень за него рад. Следующий Зёма, получается, у него 2500 киллов, 18 ОС и 84 ПВГ. Вот такой вот замечательный игрок. Дальше, вот тут, я не знаю, Хибари. 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 Замечательно. У него, такой женец, 14 тысяч лайков, 5200 киллов, 20 ОС и 56 ПВГ. Ну, одним словом, это великолепная статистика. Не зря это видео называется «Самые скилловые и активные игроки». Не зря. Да. Так, следующий НКВ-7. Если я не ошибаюсь, он чуть-чуть подслил свою ПВГшку. Так, ну, 1500 киллов, 17 ОС и 46 ПВГ. Ну да, на 3 и сколько там, на 3 и 64 ПВГ подслил. Но опять же, это все легко выровнять, где-то каток за 50, мне кажется, он это все исправит. О, даже меньше. А после этого видео он посмотрит и точно поднимет. На 4 ПВГ, да. НКВ, поднимай стату обязательно. Это важно. Дальше Винзер, кстати, приставка ВЛЛ. Опять, это 4-й турнирный игрок, как я понимаю. И опять я вангую, что будет высокое ПВГ. 21 ОС и 90 ПВГ. 90. Да. И это уже получается 7-й игрок за всю мою жизнь, которого я вижу с 90 ПВГ, у которого очень много киллов. И причем, опять же, хейтеры скажут, что они играют софтами. Но нет, их не банили ни разу в жизни. И они играют без стороннего ПО. И по своему опыту скажу, что сейчас за любые софты, замену, за изменение кода игры, аккаунт банится в течение недели. Но, конечно, бывают исключения, что антибану нужно... античиту. Очень нужно большое время, чтобы обработать абсолютно каждый запрос и заявку на блокировку, поэтому иногда бан может задержаться на неделю или две. Но опять же, все игроки всегда получают по заслугам. Именно читеры, софтеры и даже за замену. Поэтому никогда не играйте, не скачивайте, это плохо. Это наказуемо. И даже за баг. За баг. За баги, тоже. Кстати, баги. За баги. Да, за баги банят. Навсегда или на время? Ну вот, ты знаешь, у меня был один знакомый, который мне признался, что он там стрельнул где-то багом, и его забанили на 1.5 или на 2 месяца. Ну за багоюзерство вроде бы могут выдать теневой бан, но чтобы забанили, я об этом бы не слышал. Но вот, опять же... Политика игры очень часто меняется, поэтому, может быть, из-за богоюзерства уже банят. Да, богоюзерство тоже такое себе. И последний игрок на сегодня — это Марс Соло. Угу. У него 29 ОС,
И да. 55 ПВГ. Обалдеть. Я в шоке. Кстати, 118 каток, 91 победа. На минуточку. Это практически каждую катку он играет на победу. Я в шоке, честно. Это великолепно. Да, вот такая вот у меня прекрасная гильдия. Также хотела бы сказать про тебя, что я, конечно, не такой, не такая киберкотлетка, как все мои члены гильдии, но также я имею 10 УС и еще кучу лайков. Вот так. Давай, а кстати, посмотрим твою УС. 83%, по-моему, вхождение в топ-1. Да, 83 у тебя на топ-3, на попадание в топ-3 и 10, 69 УС. Это великолепная статистика. И даже я не особо стараюсь. Ну, помнишь, вот когда обычно мы играем, ты зовешь кого-нибудь из своей гильдии, и практически всегда мы играем на победу. Да, я всегда вас сейвлю. Угу. А мы, вот, балбесы, любим куда-нибудь убежать, получить люлей и спокойненько где-нибудь откисать. Но мы это делаем только потому, что знаем, что ты всегда поднимешь, поможешь, засейвишь нас, да. Вот так, еще вот давай вот посмотрим табличку вот твоих активных игроков, ты там обещала показать. Да, кстати, да, я впервые слышу, чтобы кто-то следил настолько сильно за активом. Каждый день, угу. Я тебе сейчас скину за неделю. Ну вот прямо сейчас на экране вы видите скрин таблички актива гильдии Вальгалла за неделю. Угу. В общем, на этой прекрасной и замечательной еноте мы заканчиваем это видео. Лично я в шоке, потому что я никогда столько скилловых игроков, собранных в одной гильдии, не видел. Я желаю Ане и ее гильдии только всего самого наилучшего и процветания. Да, спасибо, Ванечка. Твоя гильдия, я так скажу, что тоже топ. Спасибо. А всем остальным гильдиям, которые занимаются хейтерством, я бы пожелала... Негодяи какие. Такие вот. Я бы пожелала иметь лучше такой же скилл и такой же актив, как у нас. А не распространять сплетни, слухи и фейки в интернете. Я считаю, что в этом видео мы с пруфами доказали, что мы можем, делаем, работаем. Каждодневный труд лучше каждодневных сплетен. Очень замечательные слова. И сейчас мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и да пребудет с вами скилл. Спасибо, ребята, вы лучшие!